Кажется, есть, Коля, есть. Открыл сезон. Хо-хо-хо, ребята. Смотрите, маленькая, но все равно приятно. Давай. Ой. За что-то зацепило. За какой-то кол завела. Слушай, Коля, она завела за какую-то палку или кол. Ё-моё. Вот это да. Нет, она вот-вот. Вот она, вот. А? Нет, она, видимо, тут кол какой-то. Попробуй веслом, слушай. Веслом сейчас. Поклевка есть, значит, не обманули меня. Веслом попробуй. Там пошуруди вот так вот. Мне кажется, заколона закрутила. Давай. Ага, что-то задел где-то. Ой. Ну-ка, дай-ка. Или тут трава какая-то, непонятно. Ну вот это да. Надо было сразу ее. А, трава. Все, ушла. Пока я тут возился с травой. Ну ладно, поклевка есть. Будем ловить. Сама, значит, должна взять еще. Вообще, блин. Желтый? М? Да вон, на желтый плесун. Ну ладно, спасибо хозяину за поклевку. Надо было мне пошустрее ее вытягивать. Не выделываться надо. Да, да. Ладно, маленькая, пусть живет. Сопротивлялась так активно, слушай, этот. Значит, есть хочет. Ладно, двинемся дальше. У тебя лепестка красного нету? А, Коля, а? Лепестка красного нету? Пока чай пьем, может, время подойдет к поклевкам. Мелочь как бегает. С деревянным дном хорошо стоять можно. Я, наверное, так сейчас половлю пока. Озерко-то, друзья, смотрите, вообще 100 метров. Рыба есть тут. А, Коль, а? Давай тут покидаем. Местечко хорошее.
коряги. Надо якорь приобретать. Ладно, поедем, наверное, чай пить. Может, сейчас выйдет часа в три на охоту. Погребу, наверное, друзья. Чайку попьем, костер пожгем. Вот такое местечко прикольное, горочка. Сейчас будем чай пить. Прикусим. Где твое костровище? Где твое костровище? А, вон. Забыл пилу взять. Надо было пилу взять. Вот, смотри. Лось, смотри, подарок сделал. Да, лось сделал подарок. Смотрите. Наложил тут орехов. Ладно, надо снять лишнюю одежду. Это что-то жарко. Ну, тут, друзья, три озера рядом. Это озеро за моей спиной и еще вон там вот тут вот за пригорочком тонкое. Можно туда сходить половить. Попробовать. Можно даже вот так вот подойти вон с берега. Попробовать. Сходить что ли до озера до того. Ладно, покажу зрителям еще одно озерко. Скажу. Идти 40 метров. Главное не зачерпать. Оп. Такое сырое место. Блин, боязно провалиться. Блин. Не разогнуты. Сапоги. В режиме реального времени покажу вам еще один водоем. Не буду даже на паузу ставить. Вот такого маленького озерчишка. Поменьше, на котором мы были сейчас, даже ну тоже клюет, говорят. Утка. Не видно, но она есть. Такое озерко прикольно, маленькая даже. Ладно, до свидания, хозяин этого озера.
Надо с тем еще поздороваться. Можно дырочку найти в болоте хорошую. Ну сейчас попьем это дело чайком. Вон Коля уже снимает. А ничего? Но? Утка плавает, однако. Хочу курочку подогреть. Сейчас на палочку насадим вот так. Чик. Подогреем. Хорошо. Хороший чаек. Вкусный чаек на природе, да? Угу. Никаких дел, да? Никаких дел дома нет. Я бы уже перекопал сколько-то. Да я думаю, может, часто возьмет что-нибудь. Сейчас. Может, и что-нибудь и клюнет. Вроде как здесь уже, вроде как ветер потише стал, мне кажется. А? Ветер вроде потише стал. Где? Там-то так и есть. Не? Ну ладно, попьем чаю, попробуем. Такого чайку и второй раз не грех. Спасибо этому месту. Топор-то взял? Костер затушили, все. Идем. Идем, обкатимся дальше. Что, потом у берегу пойдем? А, Коль? Ну, поэтому, да? Да, зря крикнул, друзья, раньше времени, что открыл сезон. Теперь вообще непонятная ситуация, открыл я его или нет. Ну, может, еще поймаю? Вот если бы поймал, я бы точно открыл сезон. Ладно, двинемся до квартиры мародера, то есть бобра. Вон она. То есть до хаты бобра. Серьезно. Ветер повернул, да? Сейчас. Куда там счастье у ручья? Что-то там отцепилось.
Пасха, но очень не было столько. Лягухи всякие плавают. Это да. Плохо, плохо, а? Ну как? Еще до озера конца не доехали? Так-то денек золотой он стоит. Обещали вообще дождь. Дождь-то, конечно, я бы не поехал. Ну, блин, в дождь и дела не поделаешь. Сидел бы, монтировал ролики. А, поближе к берегу двинуться сейчас. Блин, припекает как, а? Я говорю, тепло как стало, говорю, припекает. Хорошо. Сытая, значит, лягух хватает. Да, пока тишина. Выключаем камеру. О, друзья, как ветер несет. Нужно на дорожку даже ловить. Не успеваешь даже обкидывать.